Всем привет! Прямой эфир о диете Дюкана был очень полезным, судя по вашим отзывам. Кстати, он сохранен вот здесь. И я решила в этом выпуске «Еда и я» сделать отдельный обзор диеты Дюкана. Что из себя она представляет? Сама по себе диета Дюкана делится на 4 следующих друг за другом этапа. Атака, чередование, закрепление и стабилизация. Атака – самый короткий этап, длящийся 2-6 дней. В пищу допускаются исключительно белковые продукты с почти полным ограничением жиров. За это время можно потерять от 2 до 4 кг веса, поскольку из организма выходит большое количество воды. Второй этап диеты Дюкана заключается в чередовании белковых и белково-овощных дней. Сперва разрешены только белковые продукты, затем в равных пропорциях белки и овощи. Чередовать дни допускается в режиме день через день, два через два и так далее. Продолжительность этого этапа диеты, в принципе, пока не будет достигнут желаемый результат. Главным плюсом диеты традиционно считается отсутствие чувства голода. По сути, есть можно в любое время и в любых количествах. И это правда. Белок действительно очень долго переваривается и дает долгое насыщение. Но даже при том, что его можно есть сколько угодно, много его не съешь. Среди принципиальных минусов в отзывах худеющие отмечают практически полное отсутствие фруктов на большинстве этапов этой диеты, постоянную жажду и характерный запах ацетона изо рта в белковые дни. Это прямой результат кетозных процессов. Помимо прочего, у некоторых худеющих начинаются проблемы с пищеварением и запорами. Более того, употребление большого количества белка негативно скажется на вашем здоровье, так как избыток белка в рационе приведет к почечной недостаточности, к проблемам с суставами, запорам, гастритам, геморроям. И это очень маленький перечень побочных бонусов, которые можете получить на этой диете. Ученые напоминают о том, что в книге Дюкана содержится заявление, противоречащее реальности. Сильнее всего критикуется отказ от жиров. Дюкан не упоминает о том, что здоровому человеку необходимо не менее 40-50 грамм жира в сутки. Отказ от жиров влечет за собой проблемы с жирорастворимыми витаминами, прежде всего с витамином D, усвоением кальция. Основываясь на том, что состав человеческого молока находится в пропорции 5-3-2 в пересчете на калории белков, жиров и углеводов, Дюкан делает вывод, что данное соотношение является золотой пропорцией. И оно наиболее гармонично и правильно для взрослого человека. К сожалению, никаких научных подтверждений это мнение не имеет. Помимо прочего, реальные научные исследования говорят о том, что диета Дюкана не меняет привычек питания, и более 80% из 5000 исследуемых, похудевших при помощи этой диеты, вернулись к своему первоначальному весу в течение нескольких лет. Причина, по которой люди все-таки худеют, заключается не в диете Дюкана, а в кетофазе, которую эта диета рекомендует. Я много учусь и часто езжу на повышение квалификации и скажу, что абсолютно все – профессоры, врачи и диетологи – в один голос говорят, что эта диета признана самой опасной диетой в мире. И многие страны запретили въезд Пьеру Дюкану и проведение лекций о своей диете. Применять ее или нет – решать вам. Но помните, что иногда эксперимент над здоровьем обходится слишком дорого. И иногда утраченное здоровье практически невозможно вернуть. Будьте грамотны и здоровы. Пока-пока.